Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье. Отличная погодка с утра. Солнышко. Белочки вот разбегались. Ищут свои запасы, орешки в травке. У нас сегодня вот какое солнышко, 9 часов утра. И у нас незапланированная поездка в Нью-Йорк. Мы едем в Нью-Йорк к стоматологу, к хирургу. Едем с зубами, опять проблема. Ну, как не было счастья с этими зубами с рождения, наверное, так и не будет до конца. Ну, не дал Бог, как говорится. Некоторым Бог дает зубы, не дает что-то другое. Тут, может быть, зубов не дал, дал что-то другое. Импланты мои, которые я поставила год назад, не прижились. Я так думаю, потому что по всей видимости, ничего там хорошего нету. Иду к зубному, посмотрю, что скажет. Может, какие-то антибиотики попить, может. А может, придется их просто удалять. Но больше импланты ставить не буду, это точно, потому что сумасшедшие деньги. Очень забирает много времени, так как это нужно ездить в Нью-Йорк. В Нью-Джерси это очень дорого. Если в Нью-Йорке меня стоило 10 штук, даже больше, то здесь стоило бы больше 20. И, ну, я думаю, что не стоит. Конечно, вид совсем другой, конечно, другие ощущения. Но деньги и вот то, что они не приживаются, это как бы делает свой минус. Лучше попробовать, конечно, и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Я попробовала. Пожалела. Ну, окей. Будем знать. Может быть, на следующий раз повезет больше. Вот так, мы едем. На 10:30 у нас appointment. Ну, если будет что-то интересное по дороге, покажу. Покажу чуть-чуть вам Нью-Йорк. Какие там дороги, какое там движение. Тут у нас, видите, тишина и спокойствие. Там такого не ждите. Чтобы с нашей стороны добраться до Нью-Йорка, есть два пути. Один путь через Стейтен-Айленд. Нужно проехать два моста, за один из которых нужно заплатить долларов 15. Возвращаться, если по этому же самому пути, еще будет 15. Значит, это $30 дорога в Нью-Йорк. Если мы будем ехать с другой стороны, через Элизабет, через Джерси-Сити, там мы едем бесплатно, но там очень загруженные дороги, там постоянные трафики, много машин, много светофоров, много всего. Мы решили поехать сегодня сюда, потому что с другой стороны там и мост какой-то был на ремонте, один из них. Короче, едем сюда, платим $15. $15. Сейчас вот там будут такие турникеты, где собирают деньги. С другой стороны, конечно, на машине проще ехать, быстрее, может быть, но деньги платишь те же самые, как едешь на поезде. Поезд за двоих человек тоже $40 до Нью-Йорка, а добраться еще до нужного места нужно еще долларов 10. Вот здесь собирают деньги в таких вот будочках, сидят дяди, тети. $15. Good morning. Thank you. Have a nice day. Все, сдача $5 с двадцатки. Счастливого пути. Все люди, которые сидят в этих будках, всегда поздороваются, всегда пожелают хорошего дня. Все приветливые. И вот мы на Стейтен Айленде. Едем на 278-ю экспресс хайвей. Будем проезжать еще один мост в Аризоне. Туда мы едем по нему бесплатно, оттуда нужно платить. Но ничего не поделаешь, мосты здесь платные, хочешь не хочешь. В Нью-Йорк просто так не добраться, нужно иметь деньги. Брать пассажиров, может, было бы дешевле, но искать пассажиров — это ноль вариантов. Разве что кто работает на Uber, может найти себе такую возможность.
все, пока на этом покажу еще Веризана. И вот он, Веризана Бридж. Самый большой мост, который ведет в Нью-Йорк. Мост сильный, мощный, на тросах. Туда мы едем по нему бесплатно. Оттуда обратно возвращаться тоже $15, как по другому мосту. Вот он какой здоровенный. Два этажа в нем. Мы едем по верхнему. Над нами ничего нету. И под нами есть еще один как бы этаж. Тоже едет машина. Вот он. Залив, красавчик. Какая-то баржа плывет. Солнышко свечивает. Ну вот туда это пошел Атлантический океан. В ту сторону или он в другую сторону? Туда, наверное. А вот там уже Манхэттен видно. Думаю, что видно. Близнец торчит один, самый высокий. Вот там скопление небоскребов, это Манхэттен. А мы в Бруклин едем. Бруклин он с этой стороны. Вот там тоже постройки, как бы входящие в воду. Аэропорт Кеннеди. Где-то вот туда аэропорт Кеннеди, а куда? Ну туда где-то, там, на горизонте. Вот такой здоровенный мастяра. Сила держит такую мощь, такую тяжесть машины. И Манхэттен. Сегодня ясно, солнышко. Зимой другой раз едешь, то туман, то какие-то тучи, какой-то смог не видно. Сегодня все хорошо видно, красиво. Вот она, Веризана снизу. Заехали в Бруклин. Все, возвращаемся домой с Нью-Йорка с покупками. Что в Нью-Йорке купили, что здесь. Природа отличная. Вот наш домик. Все открыто уже, тепло. Сейчас посмотрим. Что у нас есть вот здесь? Почта наша. Нужно проверить. Сейчас вам покажу, сколько нам приходит почты. Мы сначала ничего не получали, а потом, как начали приходить конверты, теперь приходит куча. Но сегодня, к сожалению, ничего нету. Одна реклама. В другой раз приходит полный этот ящик. Так что есть что читать и есть что выбрасывать. Здесь на макулатуру деньги не жалеют. Все, мои хорошие. Вот такая у нас красота. Вот такая у нас хорошая погодка сегодня. На этом заканчиваю. Всего хорошего. Bye-bye.